связи с ужасными трагическими событиями, которые произошли в небе над Донецком, хотел бы еще раз сказать о том, как мы в России относимся к событиям, которые происходят сегодня на Украине. Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров. С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло. Вместе с тем, никто не должен и не имеет права использовать эту трагедию для достижения своих узкокорыстных политических целей. Такие события должны не разъединять, а объединять людей. Нужно, чтобы все люди, которые отвечают за ситуацию в этом регионе Украины, повысили свою ответственность и перед собственным народом, и перед народами тех стран, представители которых стали жертвами этой катастрофы. Необходимо сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность работы международных экспертов на месте трагедии. Сегодня там уже работают и представители Донбасса, Донецка, и представители МЧС Украины, и эксперты Малайзии. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы на месте катастрофы работала полноценная группа экспертов под эгидой ИКАО, соответствующей международной комиссии. Нужно сделать все для обеспечения ее полной, абсолютной безопасности. Обеспечить необходимые для ее работы гуманитарные коридоры. Со своей стороны, Россия сделает все, что от нас зависит, для того, чтобы конфликт на востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы, фазу обсуждения за столом переговоров мирными, исключительно дипломатическими средствами.